Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Марат, и снова я записываю видео. То видео до конца не записалось, из-за этого я записываю другое. Вот. Это будет дополнение к тому видео. Я сделаю еще две игры, вот, и проиграю. То видео, если что, закончилось со счетом 2-1, не в нашу пользу, мы проиграли врагам. Ну и вот. Из этого я играю сейчас. Соответственно. Ну, просто запись летела, и я не смог до конца записать видео. Все ими хваленые приложения. Ну, как всегда. Бывает. Во всех приложениях видео слетает. Ну, не во всех, но есть такие приложения. Так что вот. Бывают некоторые сбои, бывают ошибки там, да. Именно. Он, походу, думает, что, типа, ну, не могу никак. Эх, ладно. Блин, не смог. Не выручил команду, жалко. Ну, а давайте играть. Не будем думать о плохом, да. Вот, сразу же забили после гола. Молодцы. Командный дух. Интернет заглушил. Ну, сайты все вправле забиты, соответственно, интернет включит. Ай, нет, там все были. Нет, вряд ли. Тем более, можно сказать, что типа 5 игроков играют, так как турель дополнительный игрок. Нет! А, не стал тратить ульту. Ультра-мега способность. Второй гол. Пошло. Пока счет 2-2. Это последняя катка. Будет. У меня, потому что это видео дополнительное. И оно, наверное, будет коротким. Будет к тому видео. Дополнительным. Да. Также я проверил то видео, у меня было хорошо слышно все. Так что хорошо. Ну, можете потом в комментариях написать, то что типа, ты нам наврал, видео плохо слышно. Можно. Так что все будет хорошо, я приму. Я даже хейт приму. Можете определенную любую критику мне говорить, я приму. Говорите там, чтобы мне измениться, вот критерии. Вы же мои зрители, вы должны меня оценивать. Ну, не должны, но... Оцените. И снова это не мой. Интернет у меня с Wi-Fi все хорошо. Это из-за... Хотя Ростелеком тот еще Wi-Fi. Знаю. Но ладно. Вот это же тоже компания, как бы. И обзывать нельзя, там люди тоже стараются. Что здесь делают там? Программируют, фигнируют, что-то делают, хорошо все. То, что нельзя обзывать эту компанию. Она вполне хороша, да? Надеюсь, YouTube не закроет мои комментарии. Видел, уже происходило такое с несколькими блогерами. Не буду называть поочередно, их слишком много. Ты думал, то, что у меня ульта, что ли, не накопился? Алло, челик. Да. YouTube иногда еще и подписки отнимает, просмотры, бывает. А канал-то надо прочитать. Вот Ислам пишет. Или что, Ислам это Блейз? Не удивляйтесь. Типа, кто это, Ислам тебе написал? Это кто в WhatsApp? Вот, у меня ульты не было, жалко. Эль Прима спас, засейвил. Я думаю, сейчас будет гол, но вряд ли что. Я и говорю, вряд ли.
Надеюсь, не в наши ворота. Надеюсь, не в наши ворота. Уйди, уйди, пожалуйста, уйди. Это нас глючит. Много спецэффектов. Сервера забиты. Все хорошо, думаю. Надо выигрывать. Надо выигрывать. Я смогу. Я отнял. Я отнял. Поддержите, ребята, пожалуйста, поддержите. Можете поддержать это видео лайком тоже. Спасибо вам за лайки, за просмотры. Вот это я хотел сказать. Мы проиграли. Мы проиграли. Я сам уже написал, давай играть. Так что... Я вам наврал. Будут не две катки. Игрок не принимает приглашение в команду. Жалко, жалко, жалко. Ну тогда еще отключил, вот есть настройки. Я делал специально музыку включенную, потому что тут музыка хорошая. Звуковые эффекты из-за них говорили мне друзья, именно советовали. Ну, некоторые в комментариях, то, что типа плохо слышно. И блокировка предложений друзей, он ее включил. Из-за этого не принимает приглашение в друзья. Ну, чисто. Я только что пришел уважать, ну. Круто. Будем смотреть, как Ислам играет. Потом еще несколько каток запишем. Сами именно. Или что, Ислам играет с Мортиса, его ник Блейз. Вот. Запись идет уже 6 минут. Надеюсь, сейчас она не вылетит. Хотя все возможно. Все бывает. Если она вылетит, то будет 3 дополнительных видоса, да? Видео. Так что расстраиваться не надо. 3 дополнительных видео, это хорошо. 3 видео за день, как бы. Такого даже на канале Купленова нет. Хотя он уже снимает как бы 1 видео в день. А, не туда, не туда, не туда направилась. Проиграл. Блэйз проиграл. Жалко. Вот, я не могу его пригласить. Стараюсь. Не принимает приглашение в команду. Жалко. Ну, я тоже одну катку сыграю. Вот одну игру. Ну, катка в доте у нас игры. Хотя многие говорят катки. Так что, играем. Ну и интро я ставлю тоже. Самое, кстати. Оно хорошее, мне нравится. Интро я сделаю на приложении, которое просто в описании, да? Компании мне не платят. Мне вообще никто не платит. Как бы, кто должен мне платить? У меня ни тысячи подписчиков, ни 4000 просмотров. Ни вообще ничего. Ни камеры тоже нет. Да кто мне должен собирается платить, да? Никто. Жалко. Но можете меня поддержать. Там. Номер телефона я оставлю. Можете ВКонтакте там денег скинуть в Инстаграме. Заранее говорю, если хотите, можете поделиться, но... Ну, ладно. Я снимаю YouTube чисто из-за веселья. То, что можете не поддерживать. Но если хотите, можно я... Оставлю ссылку и на ВКонтакте, и на Инстаграм, как я уже говорил. Ставлю. Будет. Еще одно видео я ставлю, все. И то она будет дополнительно, наверное, да?